А в Алматы с аншлагом прошел концерт первого в стране профессионального мужского хора «Княжичи». Это уже третье выступление коллектива на большой сцене. На этот раз солисты во главе с дирижером Сергеем Редькиным подготовили обновленную программу. Это уже и полюбившиеся композиции, совершенно новые. На казахском, русском, английском, итальянском языках. Звучание мужского хора насладилась и наша съемочная группа. Айгуль Мухамбетова подробнее. Всего месяц прошел после второго выступления, и снова аншлаг. Зал Курмангазы оркестра был переполнен. Мужской хор «Княжичи» продолжает покорять сердца слушателей. На этот раз обновленная программа. Для коллектива, которому нет и года, это большой успех, говорят сами солисты. Я считаю, что таким коллективом выступить за год 3 раза, вот, это одно из достижений наших. Коллектив молодой, но времени на подготовку очень мало, но мы справляемся. Каждому из слушателей вот, обращаюсь и говорю большое-большое вам спасибо, потому что если бы не было вас, не было бы и нас. Каждый номер зрители встречали бурными аплодисментами. Кто-то пришел на концерт уже не в первый раз, а кто-то за пару минут в приятном предвкушении. Главный дирижер этого хора — это мой бывший преподаватель Редькин Сергей Александрович. А цветы, собственно, для него. Концерт, который был в октябре, мы, к сожалению, не попали из-за того, что были выкуплены уже билеты. Здесь нас ожидает, наверное, нечто фееричное и классное. И фееричное действительно было. Звучали и любимые «Позови меня тихо по имени», «О соле мио», старинные казахские и казачьи песни, а некоторые в современном звучании. Нас это мотивирует. В первую очередь это реакция зрителей, оценка зрителей. Нас это очень подбадривает и заставляет работать еще больше, больше и больше. А еще большое количество отзывов артисты получают и в социальных сетях. Их уже ждут в других городах страны. Когда мы читаем на нашей странице хора «Княжичи» комментарии, которые благодарят. И есть такие, вы не поверите, слова, если вы сами прочитаете. Но просто видно, что сказано действительно от души. Не верится, что настолько люди проникнулись и настолько им нравится, настолько они в восторге. После Нового года мужской хор «Княжичи» планирует отправиться в тур по Казахстану и радовать зрителей за пределами Алматы. Айгуль Мухамбетова, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал Евразия.